В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Недоступная среда. Очередное обращение в городской дозор. Как можно тренироваться и играть на асфальте? О судьбе реконструкции стадиона между 14 и 16 школами. Собери портфель пятерок. Саровские школьники приняли участие в проекте госкорпорации «Росатом». Далее расскажем обо всем подробно. В 2011 году в нашей стране началась реализация программы «Доступная среда». Ее главная цель – сделать так, чтобы все объекты инфраструктуры стали доступными для инвалидов. А в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирные дома. Но, к сожалению, этот закон реализуется еще не везде. В городской дозор обратился житель одного из домов по улице Зернова. Вот уже более 15 лет Алексей Васильевич прикован к инвалидной коляске. Точнее, колясок было несколько, но все они не выдержали спуска по ступенькам. Чтобы выйти на улицу, мужчина вынужден ожидать случайных прохожих, которые помогут ему спуститься по лестнице. Ну, никак не спущусь. Я вот жду, когда вот военный или кто-нибудь пойдет, то бишь спустит. А опять же спускаться, это коляску бить. Подниматься, опять коляску бомбить. День Алексея расписан, можно сказать, по часам. В половине шестого утра он уже стоит на первом этаже и ждет, когда живущие в доме военные пойдут на службу. Потом 2-3 часа прогулки и снова к подъезду ждать помощи, чтобы подняться. А затем целый день дома шить, паять, заниматься любимыми домашними делами. По словам Алексея Васильевича, он не раз звонил в различные организации с просьбой оборудовать съезд по лестнице. И чтобы сделали еще вот этот, то бишь от бордюров сделали спуск, чтобы никого не проситься, сам проехал, заехал. И никаких проблем нету. В организации, которая занимается обслуживанием дома, пояснили, что Алексею необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию и в департамент городского хозяйства. На основании этого заявления они создают комиссию. То есть комиссия выезжает на место, смотрит, возможно ли поставить там вообще пандус, да, оборудовать. То есть позволяет ли лестничный проем и так далее. То есть соблюдая все нормы и правила, да, по установке пандусов. Комиссия будет осматривать не только лестничный пролет, но и придомовую территорию для оборудования комфортного съезда на тротуар. И, возможно, совсем скоро окружающая среда станет для Алексея Васильевича доступной. И он сможет без посторонней помощи и риска для жизни и здоровья выезжать из дома. Вопрос о необходимости реконструкции ряда школьных стадионов впервые поднимался в нашем городе несколько лет назад. И один проект уже удалось успешно реализовать. Речь идет о стадионе 10-й школы. Но в списке спортивных площадок, требующих ремонта, до сих пор остаются стадионы 7-й, 12-й, 13-й школ и самый большой – стадион между 14-й и 16-й школами. Наступили долгожданные летние каникулы, и у школьников впереди заветные месяцы отдыха от уроков, домашних заданий и учебников. Вооружившись велосипедами, самокатами и спортивным инвентарем, ребята отправляются на свежий воздух. Мальчишкам и девчонкам, живущим в районе 10-й школы, повезло. У них в свободном доступе и в шаговой доступности есть стадион с качественным покрытием и спортивными снарядами. Мне здесь нравится вот это огромное поле. На нем можно полежать, поваляться, покрутиться. Тут есть резина. Если заниматься на обычной траве, то упадешь, все будет грязно, ободрешься. А тут и интересно, весело. Ребятам, живущим в микрорайоне улиц Герцена и Радищева, повезло меньше. О качественном покрытии и тренажерах на стадионе, расположенном между 14-й и 16-й школами, им остается только мечтать. Заниматься спортом приходится на асфальте, состояние которого тоже оставляет желать лучшего. Когда там приходится нормативы задавать, какие-нибудь там метания, бег, то в этом плане он плохой. Ну, то есть там асфальт, он плохой, там можно, ну, когда бежишь, там можно споткнуться. У меня один раз такое было уже. Постелить газон, потому что он в сколах, весь вот футбольное поле. И когда падаешь, можно сломать ногу или просто ободрать. А в нескольких метрах от поля школьников встречает привычная картина. Разбитые стеклянные бутылки и лавочки, сидеть на которых мало кто захочет. К вопросам реконструкции стадиона уже давно озадачились активные жители микрорайона. В поддержку инициативы собрали более 1000 подписей. Ну, дело никуда не сдвинулось. Конечно, вот в этом микрорайоне мы живем очень много лет. И фактически вот детям, куда можно пойти, там, с мячом погонять, вообще там поиграть, нет. Здесь необходимо оккультурить все, чтобы можно было такому большому микрорайону куда-то выходить.
В этом году была выстроена очередность ремонта стадионов, и межшкольный стадион 14 и 16 школ оказался на первом месте. Но появились наиболее приоритетные для города вопросы, такие как ремонт здания 10 школы. Софинансирование из области пока получить не удается, поэтому городу приходится перераспределять средства и справляться собственными силами, надеясь на компенсацию из регионального бюджета. И если расходы по проекту капремонта школьного стадиона в сумме 33 миллиона 700 тысяч рублей перенаправят на здание 10 школы, то нового поля и тренажеров детям в этом районе придется ждать еще очень долго. Сергей Безруков был одним из тех, кто всерьез озадачился вопросом ремонта детских стадионов в нашем городе. Стадион неухоженный, фактически заброшенный, и все. Я думаю, что на стадион он мало похож. Это на площадке просто большое количество мест, где можно заниматься спортом детям. На самом деле, для стадиона это очень громкое название для этого места. Тренер-преподаватель спортивной школы «Икар» Алексей Серебров посвятил свою жизнь воспитанию будущих чемпионов. Возможно, среди этих ребят надежды российского спорта. Так же, как и среди учеников 14, 16, 17 школ и жителей близлежащего микрорайона. Для нас, спортсменов, любой спортивный объект значим очень сильно. И появление еще одной площадки именно на этой территории, оно очень важно. Как можно тренироваться и играть на асфальте? То есть это в любом случае очень травмоопасно, и практически организовать там нормальные спортивные занятия на асфальте невозможно. Поэтому ковер, он будет хорошим подспорьем для этих школ, для этих детей. Сегодня повсеместно обсуждаются вопросы важности физического воспитания и подготовки будущих чемпионов. И немаловажную роль в этом, несомненно, играет хорошая спортивная инфраструктура. Дождется ли стадион между 14 и 16 школы своей реконструкции, узнаем совсем скоро. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России проведет публичные слушания. 8 июня в зале здания администрации Сарова состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Межрегионального управления номер 50 ФМБА России за первый квартал 2018 года. Обсуждение проведет руководитель управления Ирина Игнатьева. Начало в 15 часов. Вход свободный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июня в России вступит в силу изменения в ОСАГО. Автомобилистам нужна будет новая форма полиса. Она предусматривает размещение QR-кода, в котором будет указана вся основная информация о страховщике, марке и модели автомобиля, серии и номере полиса. Также там будет записан и госномер автомобиля. Основная цель нововведения – противодействие мошенничеству и фальсификации документов. Изменения коснулись и лимита европротокола. Он увеличен с 50 до 100 тысяч рублей при отсутствии разногласий. А если есть фиксация с помощью ГЛОНАСС или мобильного приложения, то лимит увеличивается даже в том случае, если разногласия есть. Саровчан приглашают принять участие в благотворительной акции «Не остуди свое сердце» и помочь детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь требуется воспитанникам теплого дома Сарова, Темниковского детского дома инвалидов и круглосуточного детского сада номер 46. Детям нужны развивающие наборы, обучающие игры, зубные пасты и щетки, шампуни, туалетное мыло, констовары для школы, спортивный инвентарь и многое другое. Принести пожертвования можно в Дом книги на проспекте Музрукова, 22. Более подробная информация по телефону 8-951-908-1852. 27 мая завершился открытый чемпионат Нижнего Новгорода по баскетболу. В турнире приняли участие 25 команд из Нижнего Новгорода и области. Саровский «Атом» на групповом этапе одержал 16 побед в 16 играх. В финале саровчане встретились с чемпионами прошлого года с «Дюшор» номер 7. Но в упорной борьбе уступили со счетом 77-70. Серебро открытого чемпионата дало саровским спортсменам путевку на чемпионат ПФО. Почерневшее небо, раскаты грома и ливень. В последние дни весны саровчане смогли увидеть настоящую майскую грозу. Около 2 часов дня на наш город обрушился шквальный порывистый ветер. Несмотря на то, что непогода бушевала меньше часа, за это время она успела нанести урон природе и инфраструктуре нашего города. В старом районе ветер поломал деревья, которые, в свою очередь, обрушились на припаркованные автомобили. В некоторых дворах рухнули фонарные столбы. На улице Московской ветер сорвал крышу многоквартирного дома. Кровельное железо раскидало по пешеходному тротуару. К счастью, пострадавших нет. К другим новостям. В Центре культуры и досуга в НЕФ подвели итоги программы «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок». Она проводится в нашем городе в третий раз. Главная цель – мотивировать школьников к достижению высоких результатов в учебе в течение всего года. Победителями программы стали ребята, которые за год получили отлично по математике, физике и химии, а по остальным предметам оценку не ниже 4.
Антон и Артем взяли на себя обязательство учиться на 4-5 еще в первом классе. И за 10 лет ни разу не нарушили данного обещания. А когда появилась возможность продемонстрировать свои возможности на городском уровне, подали заявки на участие в программе «Собери портфель пятерок». У нас ребята в классе тоже участвовали в этом мероприятии, говорили хорошие призы, подарки. И им просто понравилось. И раз есть возможность, почему бы и не поучаствовать? Учитывая, что конкуренция была большая, Антон и Артем старались с удвоенной силой. На кону была не только победа в конкурсе. Десятиклассники уже определились с будущей профессией, и хорошие отметки в аттестате увеличат их шанс поступить в престижный вуз. За каждый предмет борешься, и иногда не получается, но все равно стараешься, и в конечном итоге все получилось. Зал Центра культуры и досуга в НЕФ с трудом вместил победителей проекта и тех, кто пришел их поддержать. Школьникам вручили дипломы и памятные подарки, а родители получили благодарственные письма за достойное воспитание детей. Очень волнительно, особенно я рада, что моих детей оценили. Это самое важное, потому что они, конечно, очень стараются и прикладывают к этому очень большие усилия, чтобы получать хорошие оценки. Мы очень рады за наших детей. Мы их всячески поддерживаем во всех начинаниях. Количество учеников, решивших собрать портфель пятерок за 3 года существования проекта, значительно увеличилось. В этот раз для участия в программе подали заявки более 240 школьников с 7 по 10 класс. Умение ребят проявлять свои знания именно в рамках естественно-научного цикла, безусловно, заслуживает особого уважения и внимания со стороны педагогов. Потому что, безусловно, мы надеемся на то, что именно эти ребята будут в дальнейшем развивать и создавать будущие науки, может быть, в том числе и ядерные, и когда-нибудь вернутся в Федеральный ядерный центр и будут создавать город. Праздничную программу церемонии награждения дополнили танцевальные композиции творческих коллективов нашего города. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24. У многих детей в раннем возрасте присутствуют те или иные недостатки в звукопроизношении. У большинства такие проблемы проходят сами, остальным приходится обращаться к специалистам. В детском саду номер 40 прошел мастер-класс для учителей-логопедов и дефектологов. Ребята, которые сегодня активно собирают слова из букв, уже совсем скоро станут школьниками. В подготовительной группе детского сада номер 40 с ними практикуют игровую форму обучения вместо дидактической. Занятия проводит учитель-логопед. Дети эмоционально реагируют, не нужна ни дополнительная мотивация, ни какие-то дополнительные приемы. И дети чувствуют свою успешность. Такой подход по душе не только ребятам, но и педагогам из других учреждений дошкольного образования. Наблюдая за ходом занятий, они непрерывно записывали новые приемы. Для них это не выставка достижений отдельно взятого педагога. Такие мастер-классы – реальная возможность поднять работу с детьми на новый уровень. Это огромный плюс. Вот, учителя, логопеды, любые специалисты, присутствующие на таких занятиях, берут для себя всегда положительные эти моментики и приобретают пособия, если они фабричные, а если самодельные, то перенимают опыт и делают. Детям очень нравится, а мы работаем только для детей. Коллектив учителей, логопедов и дефектологов в дошкольных образовательных учреждениях небольшой, но дружный. Помогают друг другу кто чем может, поэтому подобные мастер-классы – отличный повод не только увидеть новые наработки, но и обсудить острые вопросы и поделиться своим мнением. Кирилл Басенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанники отделения легкой атлетики спортивной школы КАР вернулись с наградами с очередных соревнований. Ребята вновь доказали, что высоких результатов достигают те, кто прикладывает максимум усилий на тренировке. Помимо наград, на этих состязаниях некоторые спортсмены выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Подробности в следующем репортаже. Природный талант и грамотно выстроенные тренировки – так описывают промежуточный спортивный успех Евгении Иришевой и ее тренеры. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике она взяла очередную высоту, и теперь она кандидат в мастера спорта. Момент триумфа девушка помнит во всех подробностях. Я была очень рада, у меня с лица не сходила улыбка, и я уже шла обнимать тренера. Она показала мне секундомер, там было время, и она смотрит на меня, улыбается. В легкую атлетику девушка пришла 4 года назад для того, чтобы проверить свои способности. На новом нижегородском стадионе «Локомотив» от своей ближайшей преследовательницы Женя оторвалась почти на 5 метров. Ну, я очень волновалась. Я хотела его выполнить, потому что в забеге у меня совсем чуть-чуть не хватило до кандидата. И у меня уже не хватало сил на финише, но я пыталась.
Как отметили тренеры Евгений Иришев, Алексей Колганов и Марина Мачкаева, достигнуть такого результата в столь юном возрасте вдвойне хорошо. Значит, есть прекрасный задел, чтобы двигаться дальше. Кто знает, возможно, совсем скоро мы увидим юную спортсменку на чемпионате России. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.